сделать небольшой прогноз, точнее, ну, предположить, что Ерсен Мухамеджанов выиграет в этой схватке, то будет, конечно же, обидно здесь карагандинцам, когда они на такой ранней стадии квалификации могут потерять одного из своих представителей. Но не будем забегать вперед, пока что палуаны готовятся. И вот как раз таки вам и карагандинский палуан Ерсен Мухамеджанов. Он готов к этой схватке. Хайрат Махтин из Акмолинской области. Он 1982 года рождения, 180 сантиметров составляет его рост. Вес 110 килограммов, мастер спорта Республики Казахстан по казах-кюрессе. И его главная особенность на этом турнире то, что он является дебютантом Казахстан Барысы. Но не будем сбрасывать факты из прошлых турниров Казахстан Барысы, когда и дебютанты показывали великолепный результат. Тренируется Хайрат Махтин под руководством Дархана Курумбаева. Ну а что касается Ерсена Мухамеджана, то Ерсен на 6 лет младше своего соперника. И как раз таки недавно ему исполнилось 30 лет, 13 июля. Можно будет поздравить его родителей с этой круглой хорошей датой. 180 сантиметров составляет его рост, 113 килограммов вес. Видите, что на 3 килограмма он тяжелее своего оппонента. Ну а просто они одинаковые. Вот сейчас легкая подсечка от легкая подсечка от палуана в синем трико. И видите, что синей борцовки, как по-другому назвать. И тем самым, как, ну, не хотел я, наверное, так вот именно таким образом прогнозировать, но в следующей стадии квалификации встречаются карагандинские палуаны. Это Ержан Шинкеев и Ерсен Мухамеджанов. Посмотрим, что выйдет из этого. Но пока что давайте вновь насладимся повторами и посмотрим, как на выход следующих палуанов